Смотрите, голуби клюют. И она пытается выйти. Выглядывает и обратно убегает. Видимо, все-таки голубей боится. Вон, выглядывает. Вон она, смотрите. Видит, что голуби и обратно. Есть охотца. Вон она. Я через сетку снимаю, прошу прощения. Тут москитная сетка, поэтому и камера дребезжит. Вот. Есть охота, а голуби тут клюют. И охота есть. Так, пошла обратно. Снова. Видимо, все-таки боится она голубей. Убегает. А они сейчас склюют всю перловку, и тебе не достанется. А голуби увидели ее. Ой, такая трусливая, выходит. Там, видимо, я рассыпала далеко эту перловку и... Вот, пошла. Крысюка. Ушки такие розовые. А голуби едят. Вон они. Вот он ее выгнал. Вот так голуби ее гоняют. Так, голубь не дает. Вот так тебе на крылом ей двинул, видите? И воркует сейчас, скажет, это мое прикормленное место. Смотрите, как голубь гоняет крысу. Не дает ей есть. Ну надо же, как у них в природе. Она боится выйти. Не дает, смотрите, он ей. Вон она сидит. А он уже вроде наелся, ведь и все равно. Стою в батарее, тут прям невозможно. Тяжело. И окошко открылось. Боюсь полностью створку открыть, спугнуть. В общем, как-то так вот у них в природе. Голубь, значит, сильнее. Надо же. Опять выходит. Гуля, да ты поделись, там же много крупы-то, и тебе хватит, и крысе хватит. Ладно. Будем еще и крысу кормить. У нас одно время мыши заводились в ванной, из подвала выходили, у нас первый этаж. Так они у меня все мыло съели, представляете? Мыло! Все мыло съели, выгрызли. Как они не отравились... Кусочки мыла. Они всеядные, говорят, что все едят. Вон она ест, и голубь тут. Не дает ей подойти. Сейчас уже два раза налетал на нее. Не дает. Вот, смотрите, видите? Она наглая выходит. Тут машина подъехала, просто испугалась. Близко ей не дает подходить.
Там еще одна. Поменьше вон. Там, наверное, гнездо целое. Вот эта большая, мать, наверное. А там поменьше который. Один кто-то еще выходил. Вот так. Гулька погнал. Вот эти как близко. Ой, смотрите, вот так тебе, на. Она не боится? На тебе крыло. Опа! Даже отпрыгнула. Не дает ей есть, смотрите. Гуль, ну ты не ешь сам, и крысе не даешь. Кто ж так делает, Гуль? Все, напугались, дяденька прошел. Вот, наконец-то, крысюка осталась одна. И вот хомячит, сидит в перловку. Можно, наконец-то, голуби улетели. Никто не мешает. И можно спокойно полакомиться. Все. Там он еще, видите, вторая сейчас выскочит. Ну тоже большая. Вот та боится еще. А это уже вылезла. Прохожих нет, голубей нет, можно поесть. Ну надо же, там норку, мы сделали норку. Это вот деревья у нас тут, кусты. Деревья убирали, видимо, там дерево вырвали, выкорчевали, и вот норка образовалась. Там вот она живет, вот такая вот. Они, вернее, не она, там много, наверное, их. Вот такая крысюка. Большая-то какая, жирная. Что она там ест? А я им семечки бросала и перловку. Семечки они сразу съели. А перловка вот еще есть. Вот голубенок пришел и улетел. Испугался, и друг дружка испугались. Голубенок небольшой. Вон прилетел. Но он с ней точно драться не будет, и она его не боится. А тот был большой, видимо, голубь. Где он? Вон он ходит. Тут другой уже прилетел голубенок. Но она его уже не боится, осмелела. Это другой голубенок. Он сам ее, наверное, боится. Маленький. А вторая так и не выходит. Ну, наблюдать можно за ними бесконечно. Вот я тут, вот вторая хочет выйти.
трусишка. Ну вот они с этим голубенком как-то, с голубем, более-менее территорию не делят. Все, убежала. Гулька сейчас будет есть. Вот сейчас смотрела в окошко, наблюдала, да, и вот этот голубь крысу не трогает. Прилетел другой голубь, и он его шуганул, просто шуганул. А крысу он эту не трогает, они спокойно едят. С ней вместе сейчас вот наблюдала. А вот того вот голубя он шуганул, вот видите, он его выгнал отсюда. Ну надо же как, а, у них... И она ест, выходит спокойно, он ее не шугает. А вот тот голубь, да, ее шугал. Видите? Вообще не даже не боится. Он ее не шугает, а того голубя, ну как так-то вот можно? Вот он его не пускает сюда, вон там стайка целая. И он их не пускает. Вот идут они. Вот видите? Гоняет вот этого, который крысу гонял. Сейчас вот этого погонит. Все, выгнал. Выгоняет. А крысу не трогал. Она ела, спокойно сидела. А тот голубь вот крысу гонял. Вот как так? У них еще свои распри тут. Он опять идут гули. Сейчас он опять будет их гонять. Вот этот правый голубь, который левых шугать. Крыска вышла. Крыска обнаглела. Уже машин не боится. Тут машина подъезжала. Ну, гоняет голубей. А крысу не трогает. Они не подходят. Так, тебя один шугнул. Вот, дерутся. Вот они дерутся. Из-за чего деретесь? Из-за чего деретесь? Еды хватает. Вон сколько там перловки насыпано. Нет, драться будут. Очень жарко стоять. Отопление дали. Батареи коленющие. Просто кипяток батареи. Вот я сейчас трогаю тут окошко. Невозможно. Зачем они дали? Может, пробный пуск батареи, отопления? Ну вот, можно снимать. Тут целый день с ними стоять. Ну, не деритесь, не деритесь. У вас корма много. Целый пакет скормила. Что-то тоже кушает. Вот сейчас смотрела в окошко, наблюдала, да, и вот этот голубь крысу не трогает. Прилетел другой голубь, и он его шуганул, просто шуганул. А крысу он эту не трогает, они спокойно едят. С ней вместе сейчас вот наблюдала. А вот того вот голубя он шуганул. Вот видите, он его выгнал отсюда. Ну надо же как, а, у них. И она ест, выходит спокойно, он ее не шугает. А вот тот голубь, да, ее шугал. Видите, вообще даже не боится. Он ее не шугает, а того голубя, ну как так-то вот можно? Вот он его не пускает сюда. Вон там стайка целая. И он их не пускает. Вот идут они. Вот видите? Гоняет. Вот этого, который крысу гонял. Сейчас вот этого погонит. Все, выгнал. Выгоняет. А крысу не трогал. Она ела, спокойно сидела. А тот голубь вот крысу гонял. Вот как так? У них еще свои распри тут.
Он опять идут гули. Сейчас он опять будет их гонять. Вот этот правый голубь, который левых шугать. Крыска вышла. Крыска обнаглела, уже машин не боится. Тут машина подъезжала. Ну, гоняет голубей. А крысу не трогает. Они не подходят. Так, тебя один шугнул. Вот дерутся, вот они дерутся. Из-за чего деретесь? Из-за чего деретесь? Еды хватает. Вон сколько там перловки насыпано. Нет, драться будут. Очень жарко стоять, отопление дали, батареи коленющие. Просто кипяток батареи. Вот я сейчас трогаю тут окошко. Невозможно. Зачем они дали? Может, пробный пуск батареи, отопления? Ну вот, можно снимать. Тут целый день с ними стоять. Ну, не деритесь, не деритесь. У вас корма много. Целый пакет скормила. Что-то тоже кушает.